Здорово, гоблин. Видишь, при каких обстоятельствах пришлось встретиться ни музыки, ни женщин. И дяди нет. Он мысленно с нами. Я вот что хочу тебе предложить, командир. Нас 1500, а вас было 100. Сейчас еще меньше. Результат встречи понятен. Но я не хочу крови. Возьми деньги, 10 тысяч баксов. И закрой глаза. Или уходи. Тебя никто не тронет. Так, постреляли и разбежались. Никто ничего не узнает. Не понял. Ну а что тут непонятного? Я злой чечен. Помнишь? Злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал. Русская колыбельня. Так вот, злой чечен предлагает тебе деньги, чтоб ты брался к чертовой матери, как говорят у вас, вашу Россию. Пленный где? Сейчас приведут твоего пленного. Авалехус! Он тебе расскажет, сколько нас. Слушай, что ты хочешь? Вы 300 лет насиловали мой народ. Вы выслали мой народ в пустыню. Вы не оставили ни одного целого города, ни одного села. Но я, злой чечен, тебе это прощаю. И говорю, возьми деньги и уйди. Дай мне пройти по моей земле. С кем ты воюешь? У тебя одни пацаны. Зачем ты хочешь их убить? Бери деньги и уходи. Нет. Что-то новенькое. Почему? Ну, во-первых, деньги твои ворованные. Причем у меня же. Твоим дядей. Который живет в России, и ему там хорошо. Ну, лучше, чем мне, по крайней мере. Не нравится мне расширяемый тобой зиндан. Во-вторых, у вас в каждом ауле рабы. И рабы эти из моего народа. Вы получили свободу и пошли в Дагестан. Там что, Чечня? В-третьих, города, о которых ты говорил, построены моим народом для твоего. Разрушены они не без твоей помощи. Нет, урус, чеченец. Ты не чеченец, ты бандит. Простой чеченец хочет мира. Тебе сказали, живи по-человечески, никто тебя не тронет. Но ты же не хочешь, так что кончай базар, где пленный? Значит, придется встретиться в третий раз. Муса, хавалуя! Даю 30 минут, гоблин. Иди!